Час пик. Анапа замерла в пробке. Знакома каждому водителю. Неправильная парковка, узкие улицы и недостаток дорожных знаков. Есть ли шанс выбраться из пробок и закрыть вечную тему проблем дорожного движения? Мы можем установить эти знаки «Остановка, стоянка запрещена» где угодно. Но вы видите, что количество транспорта увеличивается и у местных жителей, и у отдыхающих, то есть увеличивается в курортный сезон. Все равно мы должны рассматривать в первую очередь, наверное, все-таки обустройство парковочных мест. Парковок должно быть много, и цены должны быть доступными. Сейчас водители, приехав к морю на автомобиле, чаще оставляют железных коней пастись на газонах, тротуарах и вдоль улиц. У людей транспорт есть, и они его где-то хотят поставить. Они едут к морю, они едут в магазины, они едут в центр города. Мы все равно эту проблему должны рассматривать, потому что вешать знаки и менять разметку, мы не добьемся того результата, который нам нужен. То есть это однозначно увеличение парковочных мест и уширение проезжей части. Решать проблему комплексно со специалистами ЖКХ, транспортного управления и архитектуры. На Совете молодых депутатов вынесли решение увеличить штат сотрудников ДПС и ГИБДД. В Анапе за порядком на дорогах следят 27 полицейских. По норме должны 260. В 10 раз больше. Первое – это увеличение штата, повторяете, да? Ну да. Это мы выходим уже конкретно на профильный комитет с нашим решением, с нашей рабочей группы. Но по рекомендации ДАИ на местах насколько увеличивается штат. И рекомендовать тоже профильному комитету, чтобы они все-таки скинули эту рекомендацию на города Краснодарского края по наличию парковочных мест. Также по большегрузам, которые движутся у нас по городу. Водители большегрузного транспорта сетевых магазинов обяжут придерживаться расписания, не загружать дорожную сеть днем. Экскурсионные автобусы в идеале убрать из курортной зоны. До места посадки туристов можно доставлять маршрутками. Такое предложение внесут дополнительным пунктом в договор с турфирмами. Наталья Пухальская, Андрей Стародубцев, Анапа регион.